Корейская национальная диаспора в Уссурийском округе имеет глубокие корни. Именно с нашей земли началось расселение этого народа по России и объединение двух культурных традиций. 150 лет назад, с разрешения военного губернатора области, на уссурийскую землю переселились 14 корейских семей. Сейчас в нашей стране живут 150 тысяч корейцев. Мы горды тем, что проживаем в регионе, где когда-то наши деды и прадеды начинали свою историю на российской земле. Мы благодарны за то, что на территорию округа есть организация, которая может передать подрастающему поколению самобытность национальной культуры, атмосферу межнационального согласия и, самое главное, наладить связи с исторической родиной. В честь 150-летия добровольного переселения корейцев в Россию в нашем городе прошел международный фестиваль тэквондо. Вместе с лучшими уссурийскими спортсменами на фестивале выступали гости из Северной и Южной Кореи. Это событие стало символом объединения двух враждующих государств. 150 лет. Я в четвертом поколении вот в России, матушке, живу. Для меня это моя родина, понимаете? А когда вот откликнулись это и север, и юг, мы поняли, что мы на исторической родине не забыты. Это тоже огромная радость. Тэквондо – это корейский национальный вид спорта, боевое искусство и философия. Одинаковый упор на владение руками и ногами делает это единоборство смертоносным в рукопашном бою. Но мастер никогда не станет применять свое грозное умение в уличной потасовке. Уссурийские любители спорта впервые смогли увидеть такое зрелище на местной сцене. Праздничная программа продолжалась в течение одного вечера. До этого фестиваль тэквондо прошел в трех сахалинских городах, у нас он завершился. Евгений Талов, Игорь Антонов, Телемикс.